Я с детства знала, что буду учителем. Сотни раз я представляла, как пойду в класс, где на меня с восхищением будут смотреть десятки ребячих глаз. Мечта моя стала явью. Я учитель. Я хожу в школу учить и учиться. Ежедневно мне приходится проигрывать и проживать множество ролей. Ведь сцена для меня – сама жизнь. Я иду на урок. И пока еще толком не знаю, что за день предстоит мне. Для начала его где иду. Но за счастьем иду. Это я уж давно понимаю. Я иду на урок. My motto as a teacher of English is the following. By giving, I'm getting. By teaching, I'm learning. By getting older, I'm still young. Моя задача как учителя английского языка – научить ребят общению на иностранном языке в определенной речевой ситуации. Смысл моей деятельности – в создании ситуации успеха для каждого ребенка на каждом уроке. Я учу детей разных возрастов, и в моей педагогической копилке самые разнообразные технологии. На начальной ступени я даю приоритет игровым технологиям. Без ИКТ сегодня учителю не обойтись. Заслужить уважение ребят и родителей может тот, кто идет в ногу со временем. Особенно ценю метод проектов, который создает языковую среду, способствующую возникновению потребностей в говорении. Логическим продолжением учебного процесса является внеклассная работа. Концерты, творческие конкурсы, театральные постановки, акции милосердия являются стимулом к изучению английского языка. Они расширяют эрудицию, воспитывают эстетический вкус ребят. Коллективно-творческие дела пронизаны духом сотрудничества, сотворчества, толерантности. Я закончила музыкальную школу и не мыслю свою жизнь без музыки. Она отлично снимает стресс, лечит душу. Она создает мне особое настроение гармонии и радости. Мои руки не терпят скуки. Я творческий человек и с удовольствием делаю подарки друзьям своими руками. Я учитель гимназии 15-17. Это дружный коллектив единомышленников. На верность проверяются таланты. Мне есть за что судьбу благодарить. Я предана единственной команде. Команде, без которой мне не жить. Мои ученики, как много их было, а я как учитель и словом, и делом талантов искру разожгла, и каждому добрым примером тут в жизни найти помогла. Those fires that eat my heart. I love English very much. I like the professional.